Привет, земляне! С вами Алекс Ксенов и курсы по игре на RAF VAST. Сегодня мы рассмотрим достаточно интересный пример. Совмещение четного и нечетного размера. На одной из рук мы будем играть четный размер. Восемь ударов. На другой руке нечетный размер. Пять ударов. Тройка и двойка. Их совмещение выглядит так. Выглядит вот так. А теперь рассмотрим их совмещение в замедленном темпе. Повторим то же самое на другую сторону. После того, как вы освоитесь с одной нотой, пробуйте раскладывать 5 ударов на тройку на одной ноте и двойку на другой. Этот элемент не так прост, поэтому уделите ему особое внимание и не торопитесь. Успехов в освоении!